Антонина Денисова работает в 61-й Макеевской школе библиотекарем уже 20 лет. Говорит, в 90-е книжного дефицита не было. Учебники были старые, но хватало всем. Когда началась украинизация, появились проблемы. Последние несколько лет книг не хватало. В этом году ситуация улучшилась. 85% нужной литературы в школе есть. Проблема только с пособиями для 5-6 классов. Для них издавались в 2005-2006 году, и тогда контингент учащихся был очень маленький, вот, поэтому мы получали этих книг на 2 класса, а сейчас у нас их 4. Сами ученики на недостаток учебников не жалуются. Книжки выдали еще вчера, большинство новые. Не хватает пособий только по нескольким предметам. 2 книжки не хватает. По русскому и по украинскому. Новые учебники, самый старый 2008 года. Математика тоже в плохом состоянии. И, кажется, география. Макеевские школьники обеспечены учебниками в этом году практически полностью, говорят в горсовете. В классах с русским языком обучения проблем нет вообще. В украинских не хватает около 10% книг. Кроме того, всю необходимую литературу можно сегодня найти в интернете. Ну, учебники будем получать. Но впервые за последних 3 года учебники получаем уже в августе месяце. Я думаю, что за ближайшие неделю-две мы эти вопросы должны будем полностью закрыть. Похожая ситуация и в других городах региона. В областном управлении образования рассказали, что впервые за последние 6 лет к 1 сентября завезли около 320 тысяч учебников. Это 80% от необходимого. Сейчас есть небольшие сложности с книгами для 3-х и 4-х классов. В целом же, каждый ученик области уже в ближайшее время будет обеспечен литературой на 100%, уверяют чиновники. Дмитрий Шибалов, Владимир Ребриков, «Панорама».